такая локтем. А у нас обои от стены отходят. Ей это далеко не интересно. А вы знаете, что она делает? Ну, что она делает? Все, время истекло. Сколько время? День энтузиазма. Заметили? В космос полетела. Я? Да. Нет. Конечно, сперва 10 минут, потом тоже в поезд этот пресс отдает. Потом на этом тот заменяет все упражнения. Не надо пола там на отжимы всякие делать. Просто покрутил и все. И вот он прошел 4-й день обруча. Ваши ощущения? Не больно. Вообще не больно. Ну вообще не больно. У тебя синячок есть. Я видел сам. Вон он синяк. Вон они синяки-то. Вот такие вот синяки, короче, появляются у тех, кто занимается обручем. Таким обручем. Так что вот такие дела. Кто занимается вот таким вот купюрками? Кто готов, красота требует жертв. Это не больно. Мы в интернете смотрели, там, короче, у некоторых и посильнее бывает. Так у меня тоже были сильные. Да. Сейчас они не сильные. Сейчас я просто так, в тот момент, пару месяцев назад, когда занималась, у меня не прошли синяки до конца. А, ну, я вот недозанималась, чтобы у меня до конца прошли от обруча синяки. А, они проходили, но я закончила заниматься, а потом у меня прошли синяки. А если бы я продолжила, синяки сами по себе бы прошли, и сейчас бы они не появились. Поэтому сейчас у меня только достаточно слабые. Вот когда у меня полностью пройдут на обруче синяки, тогда у меня от обруча больше уже никогда не будет синяков. Да, если ты не будешь делать... Перерывы. Долгие перерывы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. И до новых публикаций. Пока!